Мне пришла утром сообщение, что ты доступен. Я хоть выдохнула. Я сильно переживала. У вас там жопа? Говори честно. Я не про вас вообще ничего в чатах так мельком. Пишут про другие подразделения. Тимур, давай ты услышишь меня? Я тебе серьезно говорю. Это Никак. уже ненормально, понимаешь? Не уехать отсюда. Почему? Отказывайтесь. Я не знаю, что делать. Тимур, это не дело. Где находишься? Подольгина. Со всеми все нормально? Ну, не совсем. Тимур, это вообще. Я не знаю, что делать. Я с ума здесь сойду. Вчера кадыровцы к нам приехали Ага. с нами. Ну? Ну и их половина покатила вчера, блин. Да ты что? 30 осталось, около 15. Тимур, ты понимаешь, что мы позиции сдаем? Сейчас в июне Знаю. Зеленский вовсю уже там танцует. Там просто со всех направлений говорят, что все нормально. Это перегруппировка идет. Я знаю, что у нас тут собрание в Костроме собирает, куда направляют, понимаешь? Ты знаешь, что Белгород вовсю эвакуация идет. Белгород, Россию, Донецк, понимаешь? Ну просто по новостям-то говорят, чтобы сберечь наших солдат, мы их на время вывели. Да никто никого не вывел, понимаешь? Я знаю. В РМО тоже начали водителей. Вот Это у нас пиздец. это Никто вообще. за нашей деревней вот как раз их. Это какой-то какой-то полк там, ну не десантников, ну не наш полк. Порезали вообще. Я знаю, что на них напали и порезали. Это что происходит вообще? Ты знаешь, что здесь? Здесь увольняют сразу. Те, кто отказники теперь, им даже отпуск не дают. Да, Сразу увольняют. увольняют.